Друзья, я показывала лайфхак. У нас жутко жарко. Вчера даже до 41 доходило. И что мы, значит, делаем? Беру фрукты. У нас сейчас прям много-много. Выжимаем сок. И что остается? Жмых, да? Это достаточно густая такая масса. Я ее перевариваю с сахаром. И потом... Очень много банок надо, да, чтобы заливать. Поэтому сподобилась вот в такие пакеты упаковываю. Вот смотрите. И вот сейчас я положила в морозилку, они замерзли. И сейчас я их перенесу в морозильную камеру для долгого хранения. Что с этим можно делать? Морсики, компотики, всевозможные пироги и все, что хотите. Вот такая вот масса, она достаточно густая. Она чуть-чуть здесь сахара. Прям чуть-чуть буквально. И я это переварила. И вот такие пакеты. В пакете примерно полкилограмма. Точно, кстати, надо взвешивать и посмотреть. И они вот очень будут компактно размещаться. И я их много могу заморозить.